Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Том Клэнси's Splinter Cell. В прошлой серии мы одну миссийку закончили. Так, никого нет, да? Я, блин, эту игру стопудово буду очень-очень долго проходить, потому что здесь, ну, быстро не попрешь, ну никак. Тихо! Ох ты, сучка! Ты понял, какая, блин? Прям над башкой. Здорово, гарагагагагагага. Патронов нет? Нет. Самолетик давай спизжи. Так, ты компьютер работаешь? Работает, смотри. Можно поклацать. Чё-то тырит там какие-то данные. Куда он? Знает, что клацать или что? Первый раз на компьютере, смотри. Её клацает всего 3 кнопки. Тын-тын-тын, даже 2. Круто он вообще сламывает. Молодец. Данные какие-то тут все что-то. Какая-то карта. Не знаю, надо это, не надо. Карта министерства. И как тут понять, где я, где не я? Кстати, карты нету, вот это плохо. Так, давай мне писюньку. Так, это куда-то на улицу. Не сюда? А есть этот... А чё, выключателя тут нету? Да, а, вот есть. Оп. Хорошо, смотри, вообще ничего не вижу. Так что... Уа! Давай, отмечай. Отмечай мне. Дверку отмечай. Куда? Эй, пять. Чик. Такой взлом прикольный вообще. О, заставочка. Кто ты? Чувак курит. Сейчас мы его вытащим. Нужен полковник, мы пытаемся пройти сканер сетчатки глаза. Что? При обходе я встретил полковника Кобяшвили. Ты где? Прислать его сюда. Только не его, я ненавижу этого парня. Мы найдем кого-нибудь другого с этим званием. Проникните в нижнее крыло. Мне просто вниз спрыгнуть или еще? Так я сдохну, скорее всего. Подожди, дай сохранюсь. Ха, ты не сохранялся, я не сохранялся. Ты. Окей, окей. Давай я так вот попробую. Подожди, мне в нижнее крыло, значит, вниз надо? Статуя. Может, вот так прыгнуть просто? Вот, видишь? Он, короче, не захотел так делать. Почему-то? Он не спрыгнет так. Или я тут что-то не так делаю? Вот же а парапета там нету, блядь. А как мне слезть? Может, по трубе? Ой, серьезно? В натуре? Так, вверх я не полезу, значит, тогда полезли сюда. Хорошо. Так, а тут меня не видно будет? Меня видно будет. Так, ну там же парапет есть. Тихо. Тихо, блядь. А что с ними делать? В холодильник? Я думал, кухня закрыта. Это специальный заказ для полковника Кобяшвили. Прекрасно. Можно? Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Тебе спасибо. Нормально. Они его, вижу, любят вообще. Так, а подожди. Там тот ушел, хорошо, а с этими что делать? Вырубать их? Так как кухня закроется? Что вот тут, дай зайду. Тихо ты. Так, тут можно свет выключить. Это что такое? Не патроны. Ну да, патроны в холодильнике, нормально. Так а что мне? Мне надо, ну, ну ладно, мне надо в дверь, допустим. Мне надо их вырубать. Что это? Яичничка или что это? Да, операция окончена. Да стрель! А что ты не стреляешь? Почему он не стрелял? Ты понял, да? Он услышал, что я его схватил.
Блять. А как мне тогда там пройти? Чтобы это что, их вырубить просто тупо с пестика? Так не хотелось бы их убивать. Блин. А как? Отвлечь можно попробовать. Туда, в морозилку, и закрыть их там нахер. Там бутылка ж стоит, стоит. Сейчас попробуем их отвлечь. Так, давай. Говори. Пара-па-па-па. Сложненькая игрушечка, прикольно. Я думал, кухня закрыта. Это специальный заказ для полковника Кобиашвили. Прекрасно. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Тебе спасибо. Дурочки. Дурочки такие, вообще жесть. Так, ушел там тут? Давай сейчас тут сохраню, чтобы потом не лазить вдруг чё. Блин, так сохраняться тут неудобно. Бау. Тихо. Берем бутылку. Вот. И бросаем вон туда. Кто там? А ты чё куда пошел? Ты дурак! А, молодец. Вот, а я сюда раз. И все, и пошли вы. А ты куда, блядь? Схвати его! Ну да, смотри, вырубить-то можно, но, блядь, с двух ударов. Есть деньги? Нет денег. Почему он не хватает, когда мне надо? Ладно, блин. Хоть тревогу не поднял. Так и включил свет, я выключил. Тут полы помыты, осторожно, Сэм, а то поскользнешься, упадешь. Сломаешь себе что-нибудь. Кока-кола, можно похилиться? Блять, нельзя. Ну что ты будешь делать? Так, стоп. Есть кто еще? Там вроде ничего. Так, что-то мне какую-то лазерку надо отключить. Что вот тут, я могу пройти? Тут я не могу пройти, хорошо. Там один чувак. Ну тут его, я так понял, можно на башку просто спрыгнуть, а можно просто сойти. Ладно, давай сойдем потихой. Ты не гуляешь? Там еще один. Так, ну тебя я заберу с собой, окей? Пошли сюда. Пошли, чувак, в темный уголок, уединимся. Тик. Тик, вот тут спать. Бам. Хорошо. Так, Сэм, ты так не летай. А то они слышат такие ушастенькие прям парни. Один ты тут? Ах ты, блядь, не один, сука. А если я ему на башку спрыгну? Ну мне вон туда. Ха. А если я ему сейчас сюда и попробуем? Не, подожди. А-а-а, сука, сохраняться на каждом шагу, что ли? Ну, блин, не хочу так. Нет, так не получается. Хотя подожди, а почему он меня увидел? А ну давай попробуем еще раз, только я попробую сейчас вот так, блять, прицелиться. И чтобы сразу. Ага. Тело. Тело улетело. Все, никого тут нет, да? Вот тут полежи. Как тебя положить? Блять, как. А. Я путаю кнопки немножко еще. О, аптечка. Бля, я думал, это аптечка. Блин, это сетчатка лазерного глаза. Значит, нам нужен или этот. А ну подожди. Она активна или нет? Ты дурак! Блять, хорошо, что хоть тревогу не подняло, блять. Прикинь. Ну?
Фишер, к тебе направляется полковник. Используй его. Он понадобится тебе в сознании, если хочешь пройти через сканер сетчатки, который находится на выходе во внутренний двор. Какие детали? Все а знать кто? Моя работа. Офицер ранен. Думаю, он еще дышит. Чего? Как? А как вы там его... Я же его спрятал. Там сверху кто-то идет или что? Или я положил у него на пути? Так там же вроде дверей не было. Какой дышит? Кто там, блядь? Кто там, блядь, нашел мой труп? Где он еще? Да тут я, блядь. Где тот полковник твой? Я не понял, что за хрень. Как там нашли труп, если он лежал в углу? Там же не было ни дверей, ничего. Я его спрятал. Какого хрена? Установите прослушивающее... Чего? Стеклянного лифта с помощью лазерного микрофона. Да, блядь, там кто-то ходит, если я сейчас... Подожди, стеклянный лифт. Какой стеклянный лифт? Ага, вот этот идет. Это ты мне нужен? Или кто мне нужен? Тут еще один труп. Сейчас он на него наткнется, да? Или ты просто патрулируешь? Чувак. И что ты делаешь? Ты серьезно? Будешь сюда идти прям? Смотри. Он какой-то неадекватный. И как я его поймаю? Вы что, он очень быстро гуляет? Чувак, не дергайся. Чуть по телу не прошел. Куда тебя понесло? Ты мне тут нужен, эй! Ты дурак, что ли, блядь? Все пиздец какой-то. Куда? Что? Ты так и должен делать или нет? Я что-то неправильно сделал? Наверное, надо было как-то... А как он труп обнаружил-то? Ай, косяки, косяки, блядь. Куда ты пошел? Иди сюда, блядь. Сука, как там надо его поймать? А как? Если он гуляет очень быстро. Может, короче, сейчас он как-то подойдет, а я к нему подскочу быстренько и попробую схватить. Только как? Кто-то? Ну вот, видишь. Фиша, какого черта ты делаешь? Операция завершена. Дай за вырубил чувака, заебал он меня, блядь. Пипец. Смотри, он нашел вот этот труп. Как он его нашел? Тут же нету ни хрена, как он его нашел? Может его по лестнице туда запхнуть? Чтобы он то его стопудово не нашел. Потому что я ж... Вот, он, смотри, спускался с лестницы, как он увидел труп? В темноте-то был. Что за ди-ди-ди? Ну хорошо, давай я вот сюда положу. Тут уже, короче, наверное, никто не найдет. Наверное, блядь. С такими приколами. Вот тут лежи и не дыши. Ну, то есть, в смысле, дыши, но не вставай. Най. Что за... Что за ёб твою мать? На, на. Хорошо, все. Выходи, чтобы я мог видеть тебя. Выходи, выходю. Я нашел человека без сознания. Давай, оживляй его. Стоять, блядь. Будешь ты еще без сознания человека находить. Главное, что он не поднял тревогу. Вот. Ты тут лежи, а тебя мы тоже туда же спрячем. Труп на труп положим. Смотри, он может и так, и вот так. Ха, прикольно. Так, как вас положить друг на друга? Вот так? А, нормально. Поза нормальная. Так, компьютер, блядь. Взламывай. Фишер, к тебе направляется полковник. Вот. Используй его. Ключи, он понадобится тебе обратно, в сознании, да?
если хочешь пройти через сканер сетчатки, который находится на выходе во внутренний двор. Какие детали? Все знать, моя работа. Как этот... Офицер ранен, думаю, он еще дышит. Вот, что за хуйня, опять он... Какой офицер, где ты его там нашел? Что за херня, какой офицер? Что за косяк? Я что-то не понимаю или что? Что не так? Я что-то не понимаю? Где он находит того охранника? Он лежит хрен знает где. Как ты его находишь? Чувак. Не... Это какой-то косяк. Реально косяк. Где ты? Тревогу не буду нажимать. Что тревога какая-то сенсорная? Ну и где ты? Блять, застрял что ли? Не, где-то топ, не слышу. А, вон он, блядь, идет. И как мне его забрать? Ну я максимально могу вот так только ходить. Сука, как... Ты что за пиздец? Дай схвачу тебя. Почему? Кто мне может объяснить, почему я не понимаю, что происходит? Вот. Хорошо, давай предположим, что он охранника видит выше. Вот тут где-то. Он типа идет отсюда и видит тут охранника. А где охранник? Вот охранник. Может, этого он видит? Давай спрячу. Сука, лежи вот тут. И не твой. Хорошо, может он действительно вот тут проходит такой, короче. Раз, опа, ёб твою мать, труп лежит, блядь, поднимаем тревогу быстро. Наверное, так оно и есть. Так, смотри, теперь хорошо, теперь сохранюсь. Уже третий раз на одном и том самом месте сохраняюсь, блядь, и одно и то же происходит, что за фигня? И главное, каждый раз по-разному, смотри. Я тут тогда спрыгнул, короче, с этого на голову и... Вот, не поднял опять тревогу. А это потом услышал почему-то. Что за херня? Тут так рандомно вообще четко все. Давай вот тут лежи. Ай, блин, то время реально уходит просто. Ты тупо ничего не делаешь, ну, скажем так, ничего не происходит почти. Ну, а время уходит так, за 20 минут. Ну, что я за 20 тут минут? Два шага прошел, что ли? Кто это? Фишер, тебе направляет... Да, блядь, никого нету, ты идиот! Он понадобится тебе в сознании. Какого ты хера? Вот что за косяк? Ну, как ты меня мог увидеть? Какие детали? Все знать, моя работа. Я ничего не понимаю. Ты куда, блядь? Должно быть, показалось. Должно быть. Вали на пост. Где этот ваш... Идиотус. Где-то топает сверху. Ты теперь нормальный? Ты теперь не долбоёб? Или долбоёб? Так смотри, он опять долбоёб! Какого хера? Как его забрать? Ага. И... Тихо, чувак. Блять, капец. Он должен был сесть за компьютер. Спокойно. Допроса у нас нету. Значит, будет допрос вот тут. Надо твой, короче, глазюлька, на.
Чтобы не выкалывать тебе его, давай нормально работай. Вот, все отлично. Теперь, короче, вот тут лавочка есть, можешь подремать чуть-чуть. Вот смотри, сейчас прям на лавочку тебя положу. Бум. Блять, не туда. Ну ты чувак. Сумка. Что за сумка? Аптечка. Прикольно. Так, сохранюсь, блять. Сложно-то как. Не сложно, а косячно просто. Открывай. Что тут? Камера. Ах ты сучка. Смотри, как Сэм умеет из-за угла выглядывать. Красавчик. Так, никто не откроет дверь. Давай. Ага. Это я во двор вышел. Есть кнопка выключения этого самого света? Это не разбивается. Ладно. Блин. Дайте я быстренько в тень. Ай, лифт. А где этот лифт, подожди, находится? Стеклянный лифт двигается. Фишер, используй лазерный микрофон. Так мы сможем услышать разговор Гринько и Массе, пока они поднимаются. Как его использовать-то, блин? Ты что, вырвал его плоскогубцами? У нас были трудности с микросхемой Бластайна. Видишь, на ней остались кусочки мускульной ткани. Отвратительно. Ты занялся не тем, чтобы остаться чистеньким. Что бы Николадзе не делал в Азербайджане, это на его совести. А ты лишь инструмент. Инструмент это ты, а я разработчик методики, так что я чист. Все кровопролитие на твоей совести и совести Николадзе, но не на моей. А это? Что это? Чистая работа. Азербайджан? Да, приятель. Эта операция выполнена безупречно. Если не считать этих файлов, которые Николадзе хочет оставить в своем компьютере. Тебе нужно поговорить с ним об этом. Кажется, мы нашли подкожные датчики. Я становлюсь нервным, когда мочеши-плохиши начинают выкидывать кровавые шуточки. Этот разговор прослушает руководство, но нам нужно больше. Компьютер Николадзе? Ты угадал. Проникни в его кабинет и доберись до компьютера. Вот сигнальная система нам больше не страшна. Мы на территории пятой поправки. Что за хрень, короче, ребятки? Давайте закончим на этом, потому что тут что-то охранников куча такая вышла. А какого хера они вышли? Типа я прослушал и теперь будут ходить так? Ну ладно, давайте закончим. А может меня они увидели как-то, я хрен того знает. И продолжим в следующей серии. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки на плейлисты в описании под видео. Комментируйте и всем до встречи в следующей серии. Тома Клэнси за Сплинтер села. Села и встала тоже. Все, всем пока.